Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик установлен на двухсторонний скотч на мой тестовый объектив. Сейчас я проверю его в моем Nikon D3. Я запрограммировал фокусное расстояние 105 мм, диафрагма от 2,5 до 32. Вот смотрите, вот эти вот пропилы на AI объективах, вот этот вот выступ, он как раз таки отвечает за то, чтобы показывать камере, что на ней установлен совместимый объектив. То есть, если не делать выступы, то вот этот рычаг, который на вашем D700 тоже имеется, вы его можете просто выломать. То есть нужно будет обязательно сделать пропилы, как вот на AI объективах. Итак, одуванчик полностью запрограммирован, полностью исправен. Обращайтесь с ним очень аккуратно. Сейчас я упакую одуванчик. Калибр и клей. И отправлю вам. На вашем объективе места для одуванчика меньше, поскольку вот у этого объектива светосила 3,8, поэтому он позволяет наклеивать вот таким образом на двухсторонний скотч. И вам нужно будет и в этой юбке тоже сделать пропил, ну так же, как на моих фотографиях. Когда получите объектив и получите одуванчик, я вам уже подробнее расскажу. Я обычно это все делаю с помощью отвертки и надфиля. Сейчас я это все упакую, и завтра утром посылочка поедет к вам. Спасибо за внимание.